И всем привет, друзья! За компом сидит Сава про Air Blacks, и добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня со мной Крипавич. Всем привет, ребята! И сегодня мы поиграем Project Zombie Collab. Project Lazarus. Нет, и Project сегодня Zombie. Мы будем вместе играть в эту игру. Да, и сейчас 17 раунд, мы будем просто тупо сидеть, и когда раунд закончится, мы включим камеру и, в принципе, будем выбирать новую карту и будем начинать новый матч и так далее. Не-не-не-не. Ну а перед началом ролика поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а мы начинаем! Итак, ребята, сейчас мы начали новый раунд, но только проблема в том, что я только что зашел на сервер и меня не перенесло. Сейчас тогда начнется второй раунд, и ты мы пока сейчас отправим. Ты пока что можешь следить за мной, как я выживаю. Хотя это даже интересно не будет, но все же. А, как мы видим, первый погибший это Рип. Итак, ребята, меня перенесло уже. Меня уже перенесло, и сейчас... Фармим деньги. Наша задача сейчас зарабатывать деньги, чтобы открывать новые комнаты, так скажем. И потом открыть ту комнату. И потом открыть ту комнату, где будет с порталом, и прокачать свое оружие за 5 карт. Я здесь буду защищать. Первый, кто откроет комнату, угадай, кто это? Кто самый богатый магнат? Дети. Кто самый богатый магнат? Какой? Не знаю. О! Тихо, есть! А почему? О, красавчик. Я... Кабум! Я ревайвинг! Я думал кабум. Так. Так, ребят. Если вам интересен мой канал, если вам интересен канал Сава про Roblox, то наши каналы будут под нашим видео в описании. Если вы хотите попасть на наши дискорд-сервера, то они тоже будут в описании. Это канал Сава про Roblox, хороший чел. Так что подписывайтесь на него. Тихо. Еще один идет. Просто вам совет. Так. Всё. Угадай, кто сейчас откроет дверку снова. Конечно, буду. Тихо, это тихо. Я. Я могу сказать... Тихо. У тебя 250 есть? Тихо. О. 250 есть? Тихо. 250 есть? 1160. Идеально. Когда нужно открывать новые комнаты? Надо... Зачем? Если я буду больше зомби уходить. Сюда. Я тебе так скажу. Я 1750 потратил на открывание двери. Сейчас 1200... О, я могу купить новое оружие. Красавчик. Все, я купил себе оружие. Я пока что с М14 буду. Короче, ребят, погнали. Мы здесь будем защищать. Что ты сделал? Разбил тут все, да? Я просто всего разбил. Стоп, у нас... иди вылечи там людей. Нет, мы туда не идем, назад уже не идти. Надо только вперед. Там вот эти люди. А мы сейчас купим 1250 и включаем всю энергию, чтобы портал открыть. Представляешь, что сейчас открою снова? О май гаш!
Ты просто понимаешь, я один, все открываю, я один. Ты ничего не открываешь, ты ко мне открыл. О, сейчас мы сможем запитать, А, короче, знаешь, сверху, вокруг нас, есть вот эти панели. Сейчас их надо включить. Там будет красным, точнее, нет, там вроде бы зеленым будет. Ладно, я пойду с тобой вперед. Включить энергию, Нам надо включить энергию. Вроде бы с помощью рычага включается. Я уже сам. О, пятый сейчас будет. Я вот здесь вот защищаю. Я здесь защищаю, где я сейчас. Смотри, сейчас вроде бы как... Я вспомнил. Нам дальше надо продвигаться. Сейчас надо копить бабла. У тебя 1250 есть? Покупай. У меня 1090. Нам надо копить, еще копить, больше. Копи. Я тогда для... нам для прохода. Блин, у меня винтовка сейчас... Я всех расстрелял просто. Сейчас у тебя сколько? На 1250 надо ровно. Так, ребят... Я тут восстанавливаю, чтобы еще больше денег получить. Восстанавливаю. Восстанавливаю. Это сбежет. Уф, как нам не везет. О, все, по щелам. Тихо. А сейчас я должен писиком. У меня патронов больше нет. Тихо, нет. Спасай. Дабл поинт. Сейчас спасу. Так, я за грибашом. Не грибаш надо. О, ремингтон 870. Поднимай, максимальные патроны. Раз, два. Есть. Я, конечно, сейчас... У тебя сейчас сколько? Покупай. Давай. Покупай, сюда иди. Три тысячи. Покупай. Ждем. Нам надо включить рычаг, чтобы открыть порталы. А где... Рычаг находится... Тихо. Рычаг, а как мы вылезем отсюда? Да ничего. Ничего не страшно. Я включил. Все, порталы работают. Идеально. Ого. Все, теперь мы можем телепортироваться. Я куплю себе оружку, Тихо, иди отсюда. Смотри, сейчас мы можем открыть одну комнатку, и за 5к можно будет купить. Можешь там на одну оставить, потому что у нас даже денег нет. Так, вроде бы все нам восстановил. Я буду здесь, короче, ходить защищать, хорошо? Да не обязательно, можешь передвигаться. Потому что... Если ты будешь на одном и тем же месте стоять, то тебя никто не спасет. Можешь передвигаться. Типа, например, если ты на одной территории, все на другой, то ты сам себя не сможешь спасти. То, что лучше передвигаться, или же хорошее оружие. Заметил, что у нас только 6-я волна, а мы уже все защищены, типа, мощные оружки имеем. Да, ну да. Благодаря мне. Потому что я же профессионал. Да ничего. Есть. Я восстанавливаю, мне нужны деньги. Заработать. Тихо. Тихо. Крипавич, тихо. 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 Что за чертовщина сейчас была? Восстанавливайте все. Так, короче. Мне надо. Сможешь меня сейчас похоронить, пожалуйста? Пожалуйста, похоронить меня. Потому что я сейчас один не смогу, просто похорони меня, окей? Окей, мне надо отойти. Да. Угу.
тихо. Я им делаю только хедшоты. Так, погнали. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. На меня нападают. Крипач. Нет. Крипач, тихо, тихо, тихо. Тебе пока тихо, тихо. А, тихо, тихо, тихо. Не знаю, по моим телепортациям можно ремикс сделать. А можно какие-нибудь более сильное оружие заработать? Да, конечно, с помощью ящика одного. Для этого надо открывать... А где ящики? Ящик один. На всю карту. Короче, надо открывать двери. Где-то из одной двери. Может, даже в самом начале, если вам повезет. Если что, один раз прокрутить, стоит 950. А что? А купим. Отлично. Если у тебя есть деньги, трать на двери. Нам просто надо ящик все-таки найти. А хотя давай я попробую посмотреть в самом начале. Так. Там в начале нет. Да. И тут, конечно же, и нет. Означает в одной из дверей. Короче, ищем какую-нибудь дверь. И все, валим. У тебя вообще сколько денег? Ищем ящик. Я нашел, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Где, по твоему нику сейчас иду, твоему, где он? Ох, у меня почти эта пушечка. Давай, я стою. Мне почти эта пушечка выбила с предыдущей серии. И в каком описании? За что, за что? Тихо, иду к тебе. Давай быстрее. Сейчас я открываю дверь, у меня много денег. Если я так сажу, ящик целую вечность стоять не сможет. Если у тебя выпадает Джокер, то все, хана. Тебе придется... Тихо, нет. Помоги мне, у меня хп. Ты сейчас поубивай, я сейчас к тебе. Я не могу, у меня все прям. По моему нику иди. Я к тебе прям направляюсь. У меня прям мало хп. Мне сейчас, погоди, подожди. Помоги, пожалуйста. По моему нику иди, по моему. Пожалуйста. Иди по моему. По какому иду? Ты где? В самом начале я где? Нет, я посередине вот иду вот эту газовую комнату. Прям только иду. Быстрей! Быстрее, сказала. Большую комнату. Давай, есть. Меня Иван вылечил, спасибо большое. Это Иван и меня вылечил, спасибо. Я просто тебя, короче, до тебя не смог добраться. Где ящик? О, ты прям здесь уже? Где ящик? Я телепортировал. Вот здесь. Я просто ушел, ты меня отвлек. Сюда вроде бы. Сюда. Короче, иди за мной просто. Пожди. Починка баррикад. Идеально.
Идеально, идеально. Я лечу. Ты просто ходи. Давай. Ходи. Кто еще Ивана? Вы еще Ивана, он нас спас. Надо платить всем же. Атомная бомба. Так, где? Вот здесь ящик, вот здесь. Сюда, сюда. Я бегу к нему. Джокер! Прям в тот момент, когда ты... Ну ты сам не везучий человек. Так, смотри, сюда так, иди. Что-то у меня только... А что мне выпало? Ничего не выпало. Джокер, все, ящик пропал. Нас надо снова как-то... зачем вы открываете эти? Это... Короче, сейчас фармим. В самом начале нет. Мне нужно в газовую комнату. Нужно в газовую. Так, сейчас по твоему нику, да? Где портал? А, сам. Портал. Не портал, вот. А ящик. Где ящик? Ясно. Чё? Всё-таки ты не находил ящик. Инстакил. Инстакил. Я понял. Наверное, убийц. Не покупай. Опа, это то, что мне надо. Не покупай винтовки, никакие. Я купил все равно, ничего страшного. Я оружие купил себе мощнейшее, 140 патронов. Я бы видел, какое у меня мощнейшее оружие. 10-я бомба. Я бы видел мое мощнейшее оружие. 50 баксов. Но пулемет, который расстрелял все в зону. И густов. Ссылка на предыдущую серию в описании. Да нет, за что? 5-й левел добил. 5-й левел добил. Тихо. Так. Короче, дальше. Дальше ищем ящик. Тихо. Мне самому интересно, где этот долбанный ящик? Тихо. Просто помоги. Давай. Тихо. Ждаю новую пушку. Одиночек этот дробаш пробей. Тихо. Где ты? Ящик. Так, смотри. Я покупаю опять это оружие, потому что оно мне нужно. Не трать бабло. Опа, все, у меня такая оружка. Тихо. Я себе две оружки купил. Тихо. Посмотрите, где? Тихо, есть. Мне кажется, что мы бесполезно здесь торчим. Я следовал всей местности, где, возможно, есть ящик, но ящика нет. Тихо. Извините меня, пожалуйста. Nice, man. У нас авария. У нас пробираются. Тихо. Оп. Yes. Nice. Есть ящик? Да где ящик? Есть. Я, наверное, понял. Сейчас я тебе, наверное, скажу, где. Все, 11-е. Я сейчас, наверное, тебе скажу, где ящик. Скажи мне потом. Тихо. А, ах ты.
Тихо, ага. Я иду в портал. Спасайся, пожалуйста. Я с помощью себя 2К получил. Работал с помощью друга 2К. Я нашел ящик. Иди к моему нику. Иди. Значит, где-то там был ящик. Вот и Джокер. Так, я первый открываю. Есть, погоди. Я первый открываю. Мне оружие надо. Пожалуйста. Ади, гадай, играй. Нам ничего не страшно. Бай-бай, засыпаем и калашника. Ради, гадай. Тихо. Умы. Откуда ты взялся? Играй. Нам ничего не страшно. Бай-бай, засыпаем и калашника. У меня в предыдущей серии даже калаш выпал. О, ПМ-9. Тихо, иди туда, откуда? Я уверен, что... Это повыше. Стрелять вас все. Подкрепление срочно, подкрепление. Можно мне в предыдущей серии этот пулемет? Ты же... Подкрепление срочно. На меня нападают из всех сторон. Ко мне иди. На меня напали со всех сторон. Все. Тихо. Отстреливай. Тихо, на меня звонит. Тихо. Ну перезаряжайся быстрее ты. Да ты... Да этот человек серьезно, он сейчас не спорит. О, минус ящик. Ой, в поиске. В поисках Дарвина. Тихо. Чё? Я тебя так сажу. Срочно. Кто еще есть живых? Накаркал себе самому. Они, короче, выбежали всей толпой на меня, потом на тебя, получается. Да потому что ты защищаться не умеешь, а. Сейчас ушел. Если я на твоем месте был, я бы не тратил на эти винтовки. Ну все, нам все равно так. Дожили до 12-го. Ну, короче, ребят, мы выжили до 12-й волны. Это только малая часть. Если вы хотите, чтобы мы еще раз сыграли в эту игру, обязательно 10 лайков должно быть на каждой серии. Ну а с вами был Сава Про, Airblex и Крипавич. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока. Всем пока! Лайк поставь, подпишись. Слева и справа видосы посмотри. Пока.